К сожалению, в моей жизни получилось так, что любовь — это далеко не самое лучшее чувство, которое я испытывал. У меня были довольно длительные отношения с человеком, которого я действительно любил, которому я посвятил свое сердце. Однако, по итогу я остался один. Возможно, это из-за того, что я был слишком слаб. Ну, наверное, так и есть. Однако, я уверен, что мало кто достаточно силен, чтобы вытерпеть предательство. Мысленно возвращаясь в то время, мне хочется взять себя в руки и все же стоять на своем.